«Утро на Болткоме». Ну а мы возвращаемся. «Утро на Болткоме». Олег Пек, Александр Шунин. Доброе утро. И к нам присоединяется импресарио, директор «Артфорте», директор и организатор фестиваля «Золотая маска» в Латвии Юлия Лочмеле. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Мы вот периодически говорим о том, как сейчас живет шоу-бизнес и мастера культуры, что происходит, какие планы, и, конечно, хотелось бы знать, вот, ну, насколько вероятны какие вот прогнозы на ближайшее время, потому что все мы соскучились, и мы знаем, что в ряде европейских стран уже начинают открываться театры. Уже мы как-то все живем в каком-то виртуальном мире. Ну, там, вы слышите меня? Да, конечно. Но в России-то открыты вообще последний театры. Последний проект компании «Артфорте» был 9-10 марта 2020 года. И вот это вот то, что я как бы хотела пока сказать. Компания, что хорошего? Мы сохранили компанию, мы сохранили офис, никого не уволили, все получают зарплаты, там дыкставы сейчас пока, да, вот, и мы работаем. С 1 по 6 апреля наша латвийская делегация каждый год ездит на Russian Case для международных партнеров, это большой кейс, фестиваль «Золотая маска». Сейчас он будет проходить, сейчас он будет проходить в онлайн-формате. У нас большая группа, которая входит в консультационный совет фестиваля «Золотая маска» и театральные деятели Латвии, которые зарегистрироваться должны до 30 марта, уже половина зарегистрировалась, и у них будет доступ к онлайн-спектаклям, которые фестиваль «Золотая маска» будет показывать, и к Zoom-конференциям, обсуждениям и так далее и тому подобное. Вот. То есть мы отбираем афишу для маски 2022 года. То есть мы работаем. Помимо этого, мы еще делаем планы, уже сверстали планы практически на весь 2022 год. По поводу 2021 года, я не знаю, это все будет зависеть от той ситуации, которая будет в нашей стране, потому что я думаю, что летнего сезона в концертном зале «Дзинтри» у нас не будет с такими темпами вакцинации и с такими прогнозами. Может быть, что-то будет в августе, но на 50% зала. А пока театры планируют, что в сентябре они откроют сезон, но это тоже непонятно, на каких условиях, какая процентная зала будет заполняемость. Но мы пока рассчитываем, что в октябре мы проведем фестиваль «Золотая маска» в Латвии. Планируем, что будет 50% заполняемости залов. Ну и как бы исходя из этого, планируем нашу работу. Цены на билеты, учитывая, что заполняемость зала 50%, насколько они... Это будет зависеть от того, как государство будет смотреть на эту ситуацию, потому что есть планы, что... Возможно, 50% залов будет компенсировать государство, исходя из заполняемости залов. Ну, например, разрешили нам 500 мест продавать в зале. Если все 500 мест, например, заняты, да, то есть такое предложение, мы вышли в Министерство культуры. Я знаю, что вот сеть «Билеш Парадиз» об этом уже написала, и мы как бы поддержали эту инициативу. Я знаю, что театры тоже поддержали эту инициативу о том, что, понимаете, для того, чтобы сохранить нормальные цены билетов, да, так как затраты все равно все будут стопроцентные, а доходы от мероприятий будут сокращены на 50%, да, если государство не найдет механизм компенсации этих 50%, то цены будут очень высокие. Это правда. Потому что денег нам никто дополнительно не дает, бюджет такой, как он есть, не знаю, поживем, увидим. Я очень рассчитываю на то, что будет программа
все-таки компенсации 50% билетов, которые не пойдут в продажу. Скажите, пожалуйста, хотелось бы уточнить один нюанс такой. По сообщению Минкульта, как раз-таки для компенсации тех билетов, которые были куплены, но не использованы, требуется... Нет, подождите, это совсем другая история. Да-да-да, вот что это за 2 миллиона евро? Если отменяется мероприятие, отменяется, да, не переносится, а отменяется, то тогда государство 80% вот этих билетов, которые вернули, оно компенсирует. Понимаете? Да, теперь продюсер. Понимаю, я это и хотел уточнить. То есть вам со стороны государства... Мы этой программой не пользовались, потому что мы не отменяли ни одного своего концерта. Мы перенесли, у нас было запланировано 3 мероприятия. В 2020 году это концерт в концертном зале «Дзентери». Мы его 3 раза уже переносили, не отменяли. Вот. И сейчас это концерт Агутина Леонида и Анжелики Кивару. Мы сейчас перенесли на 2 августа. Мы посмотрим в мае месяце, что нам скажет страна, да. И исходя из этой ситуации, мы будем понимать, будем мы проводить это мероприятие или нет. Но мы готовы как бы к этому. И второе, у нас были гастроли театра Вахтангова, которые мы перенесли сейчас на январь 2022 года, потому что они были запланированы на январь 2021, да, и, естественно, из того, что сейчас произошло, мы перенесли на январь 2022. И фестиваль «Золотая маска». Как бы это 3 мероприятия, которые мы не отменяем, они у нас в планах, но мы их как бы перенесли. Но у нас есть, скажем так, такой момент. Если у нас наши зрители просят вернуть билеты, мы их возвращаем. То есть это не массовый возврат, да? То есть нам пишут, вот мы хотели вернуть билеты, потому что мы не знаем свои планы там на ту дату, которую вы перенесли. Мы эти билеты возвращаем. И но как ни странно... Что? Много таких, кто отказывается? Ну, на самом деле, перенесли, второй раз перенесли. Немного. Ну, хранят верность зрители, да? Ну, не то, что хранят. Во-первых, у нас получилось так, что те мероприятия, которые мы отменили, они были в самом начале как бы, ну, продаж. И у нас, ну, процентов 25 было продано, 30, да? Маска продана больше. Но там и было уже 50% ограничения на рассадку по маске в 2020 году. Поэтому я вам честно скажу, мы держимся. Да? Я не знаю, как наши коллеги. Мне кажется, что не у всех такая, скажем так, более-менее нормальная ситуация, потому что мы 15 лет официально платили зарплаты и налоги. Вот только в этом году мы понимаем, что мы их платили не зря. Вот честно вам скажу. Потому что количество налогов, которые мы заплатили с официальных зарплат, со всех других моментов, да, ну, это была колоссальная сумма. И мне все говорили, ты что, совсем с ума сошла? Зачем ты официально платишь все? Я говорю, ну, мы работаем с государственными структурами, с муниципальными структурами. Мы не имеем возможности не работать официально и не имеем возможности иметь долги по налогам. Иначе мы не сможем участвовать в конкурсных программах. Ну вот, но это такие, как мы, это единицы. Коммерческие, ну, продюсеры, да, это, конечно, сейчас я особенно, ну, я не знаю, как они, честно говоря, выживают. Но вы общаетесь вообще? По крайней мере, я знаю, что очень многие мои коллеги уволены и не работают. И это очень большая проблема. Но нет такого, что вот как в отрасли все-таки пытаются объединиться вот работники одной отрасли и каким-то единым фронтом пойти. Ну, хорошо. Вот что значит единым фронтом? Ну, вот как туроператоры, например. Вот. Ну, хорошо, туроператоры. Те же самые парикмахеры. Хорошо. Ну, как не смешно, но они же объединились, они же выступили. У нас проблема в том, что мы работаем с большим количеством людей. Понимаете? С большим количеством людей. Когда театрам было разрешено работать, они работали на 50%.
да? Но у нас еще проблема в том, что мы привозим коллективы из Европы, да, из России. И мы зависим от многих факторов не только в нашей стране. Сейчас, например, Россия еще не открыла границы, я не знаю, когда откроют. Да? И для того, чтобы, например, участники фестиваля приехали, мы сейчас будем думать, или мы будем работать по схеме Израиля, да, что будет специальное разрешение от правительства России, да, если не будет открыты официальные границы. Что вот эти все люди с ковид-паспортами заезжают и работают под... То есть очень много ограничений, помимо того, что, понимаете, парикмахеры, ну хорошо, там, они соблюдают определенные внутренние распоряжения, и к ним приходит клиент. А у нас еще тот, кто должен выступить, он должен приехать. С этим и еще он должен приехать, он должен еще приехать, понимаете, и соблюсти те условия, которые существуют в этой стране для того, чтобы выйти на тесты, сцену. Тесты и самоизоляция и так далее. Ну, то есть совершенно невероятнейшие... Абсолютно непонятно, да, куча дополнительных будет, проблем. Например, в октябре. Понимаете? И мы понимаем, что есть определенные механизмы, чтобы они сюда приехали. Есть определенные механизмы. Мы не знаем на тот момент, сколько надо будет, даже если у них будет ковид-паспорта со спутником ВИ, вот, например, те же российские, надо будет им здесь давать тест дополнительно. Не надо, мы ничего этого не знаем. И это самая большая проблема в планировании нашей работы. Не было ли искушения все-таки организовать, например, виртуально продавать билеты? Я знаю, что вот сейчас кинотеатры многие организовали свои собственные площадки. Я вам скажу так. И показывают фильм. Все, что касается кино, да, это виртуально реализуется. Но все-таки театры и концерты, это уже есть исследования. Люди хотят прийти на живой концерт, люди хотят прийти на живой спектакль. Да? И потом есть определенные авторские права, да? А Европа – это одно, а Россия и Европа – это несколько другая история. То, что касается театральных пак, это все можно делать. Да, но мы все-таки очень рассчитываем, что мы будем работать с живыми людьми, как на сцене, так и в зале. Вот как-то. Ждать ли вот каких-то все-таки ближайших мероприятий, то есть что может произойти, на что можно уже я приобрести думаю, билеты? Я думаю, до августа месяца живых мероприятий. Ну, только как в прошлом году, летом, когда выступали только ну, какие-то местные, знаете, работать местными силами. Концерты, спектакли. Вот. До августа месяца, я думаю, что ничего не изменится. Ну, то есть какой-то, скажем, сложился ведь, мне кажется, круг вот «Золотой маски», например, назовем это ну, вот, фанатами фестиваля, поклонников, те, кто лояльные зрители, они могут поддержать этот фестиваль, приобретая билеты на, ну, вот, в надежде на то, что они придут? Слушайте, я вам так скажу. У нас, я абсолютно уверена, что та афиша, которую мы... то есть которая у нас перенеслась с 2020 года на 2021, мы ее дополнили еще двумя топовыми спектаклями. Это, и мы об этом будем заявлять в конце апреля, начало мая, потому что если мы поймем, что и нам скажут, что да, мы можем продавать билеты, и что фестиваль состоится, мы сразу же об этом объявим. У нас будет дополнена афиша, то есть театром нации, режиссер Херманис Горбачев. Да, и у нас будет рамтовский спектакль «Бутусова сын», который... Вот сейчас вот эти все спектакли, иранская конференция «Театр нации», да, Горбачев, рамтовский сын, «Мертвые души», «Лесосибирск», «Дон Кихот», балет Якобсона, который здесь никогда не был, ну, по крайней мере... На протяжении 10 лет его здесь не было. Вот, балет «Москва» с очень интересным спектаклем «Танцпол». То есть афиша настолько хороша, да, что я думаю, что
как только у людей, людям скажут, ребята, да, будет фестиваль, да, будет 50%, зал, да, будут дорогие билеты, я абсолютно уверена, что то, что еще не раскуплено, будет раскуплено. Но мы просто сейчас не рекламируем ничего, потому что мы должны в конце апреля, в мае получить, ну, хоть какую-то информацию, что это будет возможно. Ну, дождемся, дождемся. Мы с удовольствием поддержим и расскажем, разумеется. Да и купим тоже, чего греха таить. Да нет, не в этом дело. Вы поймите, мы же даже не пользуемся теми деньгами сейчас, которые у нас лежат в Билеш-Парадизе. Да? Мы не используем их, потому что мы не знаем, когда пройдет фестиваль. И не знаем, какая будет ситуация, и нам нужно держать эти деньги, чтобы люди при желании могли их вернуть. Да? То есть, ну, вот пока мы живем с этим, но я очень надеюсь, что в октябре фестиваль пройдет. Я не надеюсь, что он пройдет со 100% заполняемостью залов, хотя для меня это очень болезненно. И с точки зрения бюджета, и с точки зрения, что мы привозим такие спектакли, да, а такое маленькое количество людей их сможет посмотреть. Но то, что мы просто вот мы должны это сделать, потому что это будет такой, ну, скажем так, момент для очень многих наших коллег, что все-таки жизнь в нашей сфере начинает работать именно в гастрольной. Потому что коммерчески, без того финансирования, которое у нас есть, провести коммерческие гастроли полноценные на 50% залов невозможно. Абсолютно. Это нереально. Поэтому мы очень рассчитываем на 2022 год и ведем переговоры с балетом Бориса Яковлевича Эйфмана, вот которого будет сейчас юбилей 22 июля. Ну, я просто столько уже премьер пропустила, столько мероприятий. И вот у него будет большой юбилейный вечер 22 июля в Александринском театре. Я очень надеюсь, что мне удастся туда приехать. Правда, сейчас очень большая проблема, где вакцину сделать. Я пыталась, но мне говорят, что-то как-то и возраст не подходит, и хронических заболеваний нет. Идите отсюда. Ну, в общем, когда это будет, непонятно. Самое печальное, что вот эта ситуация, я не знаю, как они собираются добиться коллективного иммунитета, если 40% страны жителей хотят спутником этим прививаться, да, AstraZeneca'ом не хотят, Moderna мало, Pfizer мало. Ну, какая-то абсурдная ситуация. Абсурдная. Невозможно не согласиться, да. При том, что планы наполеоновские к середине апреля, выйти на эти вот планы. При этом я смотрю на цифры, которые это наша страна тратит, и у меня волосы дыбом встают, потому что даже если руководитель Банка Латвии говорит, что, ребята, вы потратили триллион, из них 10% вы потратили только на, ну, для бизнеса и частных там лиц, да, а 90% вы куда дели? На вакцины, которых нет, на тесты, ну окей, хорошо, тестирование бесплатное, вакцинация бесплатная, но мне кажется, вот эта ситуация, что AstraZeneca, которая я, во-первых, я не знаю, сколько срок действия этой вакцины. Кто-то говорит полгода, кто-то говорит 3 месяца, кто-то говорит год, какая-то ерунда. И я считаю, что то, что они привили старшее поколение вот этих всех домов престарелых AstraZeneca, я считаю, это просто преступление. Потому что непонятно, сколько эта вакцина и как их будет защищать. Ну ладно. Я просто волнуюсь, потому что у меня родители, внуки, дети, я за них всех волнуюсь. Родителей мне удалось привить прививкой Moderna, но не у всех же есть такие дети, которые будут носиться по городу и искать, где Moderna прибить 80-летним старикам. Просто, ну просто, честно, безобразие какое-то. Да, да, это нас... именно так. К сожалению, да, время прожимает. И плюс мы абсолютно не имеем никакого графика жизни в этой стране. Особенно для нас, да, для работников культуры. Ну, сказали бы, ребят, вот, все.
Сейчас вот если все будет благополучно с вакцинированием, с 1 сентября там, или с 1 августа мы открываем там 30, 40, 50, 60, 70. Ну да, чтобы можно было планировать хотя бы, чтобы да, было... И что в конце года вот 100% у вас будет там заполняемости залов там, в декабре, в январе, в феврале. И там, да, но не больше там такого-то количества людей. Ничего не понятно. Абсолютно. И я считаю, что то, что сейчас происходит в стране, то, что мы летний сезон в концертном зале в центре потеряли, ну, на 90% это 100%. Это вот даже гадалки. Я говорю, в лучшем случае, если в августе что-то где-то будет происходить. Будем держать кулаки. Да, спасибо большое. Просить прощения, да, время совершенно поджимает. Конечно же, планировать все очень сложно. Это зараза, когда закончится, пройдет непонятно. Вакцинирование все мы ждем. По крайней мере, я вам говорю, что мы работаем, мы планируем. 22-й год. Мы работаем с нашими театральными деятелями, делаем все, чтобы они... Спасибо, спасибо. Зарегистрировались на Russian Case и очень надеемся на октябрь месяц. И мы надеемся. Юлия Лочвила, директор «Артфорта» и да, директор фестиваля хорошего. «Золотая маска». До спасибо, свидания. До свидания. До свидания, хорошего дня, держитесь. Что ж, мы тоже прощаемся. Мы прощаемся, всего доброго, до свидания.